Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас не просто видосик, сегодня у нас коллаборация с каналом Animusic. Мы решили с ней нарисовать одного и того же персонажа, каждый в своем стиле и своим способом. Я буду рисовать Харли Квинн на футболке акриловой краской по ткани. Она будет рисовать Харли M.M. Demps и Skittles. Советую зайти к ней и посмотреть, что у нее получилось. И заодно привет от меня передавайте. Ссылочка на ее канал, конечно же, будет в описании. А мы начнем. Берем майку без рисунка, желательно хб-шную. Не нужно ее обязательно постирать, чтобы села и не было потом проблем с рисунком. Гладим и наносим черную подложку. У меня черный перламутровый, так как майка девчачья. Даем первому слою подсохнуть и накладываем следующий трафарет. Заливаем белым цветом и даем подсохнуть. Кстати говоря, заходите в мою группу ВКонтакте и постите туда свои видео. Стена открыта для ваших роликов. И смотрите, кто что скинул. Я думаю, будет интересно. После белого ложим последний трафарет и дорисовываем черты лица. Опять же даем подсохнуть и следом исправляем косяки. И придаем живости работе. И дорабатываем детали. Теперь делаем из того, что получилось, Харли Квинн. Красим ее хвосты в розовый и голубой. Даем всему этому подсохнуть и часов через 5 проглаживаем утюгом через марлю или простынь, чтобы закрепить рисунок. Все такие вещи стоит стирать либо вручную, либо на деликатной стирке, либо при стирке не более 40 градусов и не более 600 оборотов. Ну а всем большое спасибо, кто смотрел. Не забывайте про канал Animusic, загляните обязательно к ней, посмотрите, что получилось. Всем большое спасибо, всем добра!